ось така сім'я. Най-най-най, ось така сім'я. Батьківські поради. Діти – це безперечно величезна радість для кожної родини. Батьки заздалегідь планують, як буде виглядати навколишній світ дитини в перші роки її життя. Підбирають меблі для дитячої кімнати, візочок для немовляти, одяг і багато іншого. Та найприємніше і найцікавіше – це обирати ім'я для майбутньої людини. Тут підключаються і бабусі, і дідусі, і мами, і татусі. І в усіх є безліч варіантів. Та як серед розмаїття варіантів зупинитися на одному? Та на що звернути увагу при виборі імені для дитини? Поговоримо сьогодні. Ну, ім'я однозначно ми вибирали зарані. Ми готувалися, але я не можу сказати, що за півгода до родів ми вже планували ім'я. Це вирішилось буквально в останні місяці. Але ім'я однозначно повинно було бути звучним, рідким і повинно було нести в себе якусь силу. Так случилось, к сожалению, що в 2.5 місяці ми були прооперовані в Ахмадеті. І об этом ми знали зарані, і ми знали, що ми повинні бути дуже сильними. Поэтому в этом имени заключается сила, решительность, упорство. И в принципе, мы, вот, смотря на нее, я могу сказать, что все это подтверждается. Так оно и есть. Действительно, все эти черты ей присущи. Это правда. Ну, как только мы узнали, что мы беременны, мы, естественно, задались выбором имени. Пока не знали, будет ли это мальчик или девочка, мы выбирали и как для мальчика, так и для девочки. Когда узнали, что это уже будет мальчик, начали предлагать варианты. Я предлагала свои варианты, муж предлагал свои. Моим таким самым первым вариантом это был Рома. Почему-то мне хотелось назвать малыша Ромой. А у папы Марк, по-моему, с самого первого времени, то есть он предложил Марк, но мне оно не понравилось, я решила отказаться, и мы решили еще дальше подумать. Вот. Но в итоге мы потом узнали предварительную дату родов, это было 16 апреля, и узнали дни ангелов. Там получается 11 апреля и 18 апреля, это были как раз день Марка. Вот, и мы так начали уже я, то есть более углубленно задумываться об этом имени, и мне оно понравилось. На самом деле варианты мы не перебирали. У нас было изначально, что если рождается девочка, выбирает имя мама, если рождается мальчик, выбирает имя папа. И до планирования беременности папа был уверен на 100%, что это будет только Платон. Вариантов не было. Поэтому, когда я уже забеременела, было однозначно понятно, как будут звать мальчика. Ассоциации вот с именем что-то такое большое, масштабное, как из греческого, широкоплечий. Ну, собственно, такой получился. Самый высокий в группе в развивалке, самый рослый. Я думаю, еще будет еще всех больше и выше. Имя человека показывает, в общем-то, все таланты и способности. Это как шифр для человека. Дата рождения и фамилия, имя, отчество – это, в общем-то, космический код, который содержит в себе всю информацию о данном человеке. Там и опыт, который он должен прожить, и поэтому и прогноз можно посчитать по этой дате. А фамилия, имя, отчество содержит в себе таланты и способности. Имя, конкретно имя, показывает самые личные таланты и способности. Ну, имя Марк победило, наверное, благодаря мужу, это, наверное, больше 50%. Ну, и оно очень красивое. Ну, Марк как-то и необычно, хотя нам многие знакомые говорили, что вот в садик пойдете, там будет 350 марков, потому что это очень популярное имя в этот момент было. Но пока мы пошли в садик, он у нас один марк. В песочнице возле двора он один марк. И как-то Марк Казаченко, мне кажется, оно красиво звучит. И Марк Денисович красиво звучит.
И еще почему мы выбрали все-таки это имя, это ближе к дате. Вот нам как-то понравилось, что там 11 апреля и 18 апреля – это день Марка, и как-то, может, что-то оно там есть, какой-то ангел-защитник у него будет, вот по этому имени. Признаюсь вам честно, значение имени изначально никто не смотрел. Это было не важно. У нас была предыстория, и данному имени мы ехали с мужем по дороге, и шла семья, и мальчишка сидел в таком Мерседесе игровом с номерами Платон. И папа загорелся мыслью, что вот когда у него будет мальчик, у него будет только черный Мерседес и номера Платон. Поэтому мы не привязывались к значению имени. Но характер Платона совпал с тем, что значит его имя. Да, вот буквально недавно мы читали значение имени Платон. Совпадает с характером полностью. То, что там описывается фигура, как был у древних греков, как у философов, большой, высокий, широкоплечий, да. Но там описывается достаточно таки много черт характера, которые вот присущи на данный момент уже маленькому ребенку. Это настойчивость, это такая вот властность, это вот только чтобы все было по-моему. Скажем так, вот все описано в умных книжках совпало с тем, что вот сейчас видим в характере. У нас есть старший брат, его зовут Кирилл. Имя там тоже родилось раньше, чем ребенок. Накануне родов мы считали характеристику имени. Могу сказать сейчас, что все работает однозначно, все, что в описании, очень подходит под то, как сейчас формируется наш характер. Мы рассматривали варианты имени также Кира и Элина, но вот те негативные моменты, которые присущи имени, они, ну, может, в нашем случае так работают, они проявляются такие. Очень не хотелось потом столкнуться с тем, как вот у старшего есть такая черта, как лень, и она сейчас очень активно работает. Вот, поэтому, да, мы смотрели, чтобы положительных черт было гораздо больше, чем негативных. Имя выбирать, конечно, внимательно стоит. Потому что от этого зависит, в общем-то, судьба человека в какой-то степени. Лучше всего выбирать имя, прислушиваясь, в общем-то, к тому, на какое имя будет отзываться младенец. То есть можно попробовать называть какие-то имена и как будет реагировать ребеночек. Очень интересно наблюдать. Я просто своих детей точно так же называла. И на какое-то имя ребенок вообще не реагирует никак. А на то, которое понравилось, он поворачивается, даже может, еще не умея улыбаться, какую-то вот эмоцию показать. Кроме того, есть имена, которые, конечно же, нравятся родителям. Там папе или маме. Они нравятся неспроста. Мне кажется, лучше всего выбирать ребенку имя, руководствуясь исключительно своими внутренними желаниями. Возможно, у кого-то какие-то теплые воспоминания с их родственниками, которых, к сожалению, уже нет. Возможно, это где-то увидели красивую девочку, красивого мальчика, и это должен быть только такой вот мальчик у вас. Но мне кажется, ни в коем случае нельзя руководствоваться предрассудками на тему значений, дат, времен, звезд и всего остального. Это абсолютно никак не зависит, какой будет человек. Мое личное мнение. Обращать внимание на выбор имени ребенка нужно однозначно. Но мысли же материальны на самом деле, что мы себе видим, так оно должно и происходить. Поэтому если родители задумали какую-то определенную судьбу для своего ребенка и хотят вложить ее в имя, то это работает. И считаю, да, что имя – это судьба. Изменить имя – изменить судьбу. Нужно подходить к этому осознанно, правда. Ну, мне кажется, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, это на свой какой-то внутренний голос. Особенно как мама, когда она беременна, она должна прислушиваться, и что-то там внутри должно подсказать, какое имя это будет. Естественно, прочитать про имя – это всегда будет плюсом. Можно будет подготовиться к чему, будет ли активный ребенок, либо упертый, либо же, может, тихоня. Может, кто-то хочет спокойного ребенка, может, он будет прислушиваться к тайне имени какому-то более спокойненькому. Вдруг оно и правда работает. Вот. К
кожна родина обирає ім'я майбутнього малюку по-своєму. Хтось читає книжки і енциклопедії, звертаючи увагу на значення і походження імені. Хтось звертається до астрології, дехто називає дитину на честь родичів. А комусь просто подобається, як ім'я звучить, і неважливо, що воно означає. Тож скільки людей, стільки думок. І кожен сам вирішує, як назвати своє немовлятко.